Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Узбекистаном в последние годы устойчиво превышает 4 миллиарда долларов. И этот показатель может вырасти, сообщили главы внешполитических ведомств обеих стран по итогам встречи в Астане. Пока сумма совместных проектов достигает порядка 150 миллиардов долларов, однако в будущем этот показатель может увеличиться до миллиарда долларов, благодаря чему в Казахстане построят новые железные дороги, а транзит узбекистанских перевозчиков через границу упростят. Это, в свою очередь, позволит увеличить потенциал грузопотока между официальными Астаной и Ташкентом. Энергетикалық кешені төңірегіндегі пікір алмасып, оны шешу жолдарын назар аударды.